Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем проходить Hustle Castle. Так, ага, на мой замок опять напали, ну это естественно, минус 33 очка ПВП, и Ева у меня родила. Так, Красава получает 30 уровень, Савелий 24. Забираем свою награду. Бойцы достигли новых высот в мастерстве, сэр. Теперь их в буквальном смысле огонь не берет. Ну что же, я рад это слышать, Дональд. Но меня, честно говоря, сейчас волнует совсем другое. Так, давайте соберем все, что тут поднакопилось у нас. Ага, деньги. Еще раз деньги. Ну, бревна мы пока трогать не будем. Так, давайте улучшим казну. А, нет, подождите, пока не будем. Пока не будем, чуточку попозже. Так, Ивар, где он у нас? Ага, вот он ты, малыш. Хорошо, давай, подрастай быстрее. Так, Глафира, опа-на. Глафира у нас четырехзвездочная получилась. Это очень даже хорошо, надо будет ее потом поставить в комнатку. Так, ну вот, видите, статистика, деньги, манну и поленья. Все, что у меня стырили. Ну ладно, как-нибудь мы это переживем. Ну, а теперь, ребята, надо... А, я думал отправить, но я получу. Всем спасибо, кто прислал. Я, к сожалению, пока не могу. Все истратил уже сегодня. Так, что нам выпадет? Ага, ресурсы. И здесь, наверное, то же самое. Угу. Хорошо, ресурсы никогда не бывают лишними. Так. Так, что ты там у меня радуешься? Еще два кристаллика. Два человека я еще могу к себе взять в замок. Или воспроизвести. Это очень хорошо. Так, куда бы тебе воткнуть, а? Давай, наверное, иди пока сюда. Будешь у меня казну вести. И ты, наверное, тоже сюда иди. Вдвоем будете здесь у меня стоять. Так, и мы улучшим вам казну. И как раз она будет строиться быстрее, когда вы будете там стоять. Ну, в общем, все отлично пока. Так, производство еды нам не нужно. Литейная нам пока не дана. Я уже молчу о ремесленном цехе. Давайте соберем еще все, что здесь подкапливается. Ну и что же, давайте вернем своих ребят обратно в компанию нашу. И пойдем, наверное, с вами прогуляемся на карту. Ну что же, маг с красой прибежали. Так, тут у нас все нормально. А вы чего мне стоите здесь? Без дела. Так, Дмитрий, иди-ка, наверное, у меня в казначейство сбегай. Будешь здесь у меня стоять. Так, что еще у нас здесь можно сделать? Так, сарай? Нет. Ни в коем случае не хватает денег. Так, а что у нас с магией? Так, глянем. 300 тысяч надо. Нет, этого тоже нам пока не дано. Надо что-то нам в этой цели придумать сегодня, ребята. Так, ну-ка, Мигель, покажи-ка себя. Ага, магию, ну как всегда. Ну хорошо, хоть у нас ее очень много. Так что, думаю, сегодня будет хороший денек для нас. Так, давай-ка посмотрим тебя. 21 800. Многовато. Ну-ка, а кто... А куда вы пропали-то? Чуть не понял. Здравствуйте, приплыли. Куда все делись-то? Ёлки-палки, что за бред? Только что были и не стало их. Так, ну-ка, Алиса Фокси, давай тебя просканируем. Ну, в принципе, можно и напасть. Давайте, ребята, нападем. И немножечко ее побомбим. Так. Что тут у нас получается? Пока вроде бы неплохо, ребята. Так, краса... Ах, ты упала, елки-палки. Не-не-не, мы должны затащить здесь. Однозначно, ребята. Отлично, наша победа. Так, ого, 67 кусков получили. Неплохо, неплохо. Это даже очень хорошо, я бы сказал. Так, идите лечитесь у меня. И я смотрю, мы здесь сделали какое-то задание, да? Прогресс. Синенький сундук. А это очень хорошо, это меня радует. Давайте глянем, что там у нас выпадет. Ну, вау, это что такое? Добыча ресурсов в час. 550 еды. Это даже очень хорошо, ребята.
Еда нам всегда нужна. Так, кому я могу ее поставить? Где у меня? Так. Черт подери, у меня по уровню не подходит. А здесь? Мой поваренок этот сможет таскать ее или нет? Тоже нет. И сколько же ему до уровня еще? 3 часа почти. Блин, да хрена. Ну ладно, перетерпим. Время есть, так что... Так, эти у меня отхилились. Давай-ка поменяем на мага. И я думаю, мы еще, наверное, с вами, ребятушки, прогуляемся. И, может быть, кого-нибудь найдем. Хотя, сами видели, что на карте почему-то все исчезли. Непонятно почему. По какой причине. Так, отдаю улыбочки. Родион. У него 4 звезды. Это очень хорошо. И Глафира тоже 4 звезды. Блин, вас бы поставить бы в комнату, чтобы вы плодили мне детей 5-звездочных. Так, иди учись на повара, а ты пойдешь у меня на казначея. Так, маг, я не понял, какого хрена ты у меня не лечишься? Иди беги. Сейчас пойдем на карту. Так, что у нас здесь нужно? 270 тысяч. В принципе, реально, реально, у меня уже 128 есть, и еще где-то 140 добыть, и будет все хорошо. Но, я думаю, здесь не получится у нас сегодня, ребята. Слишком много, ой, слишком мало врагов. Так, ну что, давайте просканируем этого Сергея. Ну и посмотрим, насколько он крут. Соответственно, мы ставим магию взамен другую, и давайте глянем. 21 тысяча, угу. Так, ну оружие так себе, не скажу, что супер там грандиозное. Вот посох, да, посох хорош, тут ничего не скажешь. Лук фуфло и непонятное какое-то... О, вот это вот тоже хорошее орудие. Да, блин, это единственный враг у нас на карте. Ёлки-ты-палки, что же делать, а, ребята? Ну, можно, в принципе, попробовать пройти и основную миссию. Ладно, поехали. Попытка, как говорится, не пытка. Была, не была. Терять нам уже нечего. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Краса у меня упала. Блин, ну, встала. Ай, черт, все, 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 все. У меня убили, извините, моего этого. Как его звать-то? Воскрешальщика. И, соответственно, мы терпим поражение. Обидно. Ну, в принципе, было предсказуемо. Да, Дональд, я в курсе, что мы еще слабенькие, поэтому нам нужно... укрепиться или подождать, или получить новое снаряжение. Ладно, это был единственный у нас игрок на карте. Так, давайте-ка, ребятушки. А, не хватает у меня кристаллов, так что ничего у меня не выйдет. Одного кристаллика не хватает буквально. Угу. Это если только разобрать какую-нибудь шмотку, можно было бы, в принципе. Тогда бы у нас все вышло. Так, ну что, можно попробовать, конечно, пройти основные задания. Ну, рискнуть, по крайней мере. Так, давайте сейчас мы их отхилим и пойдем с вами на этих элементарий. Так, маг, иди лечись. Лучник тоже пускай лечится. Градусники тут всякие. Так, 33 минуты, 34. Да, долговато. Так, ну что, 130 тысяч есть, мне еще надо буквально 70. Это до 200. И что же я могу сделать? Ага, я могу, в принципе, улучшить жилую комнату. И у меня будет тогда 30 людей вмещаться. Кстати, это идея, ребята. Ну, 300 тысяч мне еще копить и копить. Мне, дай бог, 200 накопить. Ну, ладно, в общем, как получится у нас. Сейчас мы все это, ребята, узнаем. Вначале мы сходим на основные задания. Так, возвращаемся. Идем на карту и встречать будем сейчас этих элементалей. Может быть, вдруг с сундучков у них что-нибудь хорошее да упадет. Так, магию добавляем. Так, новую ставим. И, как говорится, вперед из песней. Была не была. Елки-палки, в тот раз мы его не победили. Так. Ну что же, пока вроде бы неплохо. Пока.
Так, а ну сделали. Двух. Вот это другой разговор, ребята. Вот это замечательно. Плюс 5 кусков и сундук. Это уже меня радует. Значит, мы продвинулись еще немножечко дальше. Так, идите хильтесь. А мы в этот момент глянем, что у нас тут. Ага, еще один прогресс мы выполнили. И теперь у нас 2 сундука. Так, давайте вскроем и посмотрим, что здесь выпадет. Ну-ка. Вау, это 570 добычи в час еды. Неплохо. А здесь? А здесь просто деньги. Так, а какой-нибудь кулинар у меня вообще может таскать этот амулетик? Надо посмотреть. Возвращайтесь. А ты отхиливайся, иди. Так, ну-ка давайте глянем. Так, это у него будет 4 уровень, у этого 7. Там час, там еще 2 часа. Ну, а на кухне, я так понимаю, все салаги. Нету, нету никого у меня подходящего, кто бы мог носить этот амулет. Ладно, перебьемся, как обычно. Так, маг, возвращайся у меня в компанию. И пойдемте далее, посмотрим, что там будет еще нас ожидать. Огненная могила. 2 бойца и некромант. Да я думаю, в принципе, без проблем должен затащить этих 3 олухов. Так, давайте магию возьмем. Блин, как быстро она заканчивается у нас, а, эта магия. Как-нибудь побыстрее бы строилась она. 30 минут, елки-палки, это уму непостижимо. Ладно, давайте попробуем. Пи, думаю, разберем без проблем, в принципе. Так оно и должно быть. Так, магию я потратил. Ну, они какие-то мощнявые, ребята. Мощнявые они, смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, 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 давай не будем, давай не... Так, давайте некроманта убейте и все. Так, ну, есть. Есть, ребята. Некромант у нас упал. И что же, мы получаем сундук и 5000 золотых. Сейчас мы это все дело, ребята, с вами и посмотрим. Ну-ка, дай что-нибудь хорошее, дай что-нибудь хорошее, дай... Вау, это что такое? Магический урон от 51 до 59. Ну, естественно, я воткну его магу. А вот какому, сейчас мы с вами посмотрим. Так, идите, лечитесь. Так, ну-ка, у тебя... Блин, а у него есть колечко. У него есть колечко, но мы сейчас посмотрим, что это за кольцо вообще. Так, ну, я думаю, что, наверное... Магу вот это кольцо бы больше подошло на магический урон, чем на уворот и на урон. Хотя хрен его знает. Ну-ка, а у тебя вообще нету. Ну-ка, давай-ка мы, наверное, тебе его и поставим. Или же можно поменять. Сейчас мы поподробнее все это посмотрим, ребята. Так, здесь у нас урон уворот. Давайте мы поставим вот так вот. Оп. А тому поставим вот это кольцо. Он у нас послабее, поэтому ему нужно, блин, не того, где, вот он. Этот у нас слабенький, Савелий, поэтому ему поставим вот это колечко на ворот и на урон, соответственно. Я думаю, что справедливо. Блин, 2 амулета у нас. И нет ни одного повара, который бы мог носить их. Печалька, конечно. Ну да ладно, там одному скоро уровень поднимется. Так, экипировка атаман, 2 экипировки, только это обычная, это необычная. Значит, толку от обычной нет вообще никакого. Пускай она так и лежит у нас на складе. Ну, а мы тем временем заберем прогресс. Так, 2000 золотых еще, это хорошо. Так, новый, что у нас здесь? Ага, до 30 всем бойцам. Ну, вы, конечно, замочили прикол. Тут 28 минут. Ну что же, я не знаю, или же нам, ребята, бежать на карту и попробовать завалить этих големов, оставшихся. Или же ждать, когда появится... Ой, еще и с едой проблема, да что ж такое-то, а? Блин, ну вот как назло начинаются всякие камни преткновения. А на Сергея тоже я не смогу напасть, потому что нету еды. И еда еще, наверное, не скоро накопится у нас, да, получается. Так, ну, а что мы тогда можем просто здесь, если посмотреть? Нифига, абсолютно ничего. Может быть, разобрать что-нибудь, а, ребят? И поставить на крафт. Как идея, вроде бы неплохо звучит. Надо только выбрать, так.
Давайте, наверное, ее разберем. Ну и глянем, что можем еще разобрать. Так, у нас две магические брони, даже три. Можно, наверное, разобрать или подождать маленько. Так, давайте глянем еще что-нибудь. Так, у нас... Ага, вот эту, наверное, в принципе, можно. Она уже никуда не годится. Так что... И бронька. Бронька, давайте вот эту первую разберем. Отлично. Так, ну, вроде бы как все, да? Остальное, в принципе, пригодится. Хотя вот эти вот... Нет, это мы пока не будем трогать. Это все нам пригодится. Ладно. Так, ну что, у нас корона. Это, я так понял, мы сможем забрать сейчас кристаллики. Так, давайте улыбочки. Мне они нужны. А то были недавно все грустные, печальные какие-то. Мне это не очень нравится. Ну, так, забираем кристаллы. И, в принципе, пока все, ребята. Увидимся немножечко попозже с вами. Ну что же, ребята, вот и прошло немного времени. Мы опять с вами проходим Хасл Касл. Так, улыбочки, забираем деньги. Так, Ева у меня там родила, да, я так понимаю, ребенка. Забираем манну. Так, вот он у меня с тортиком ходит. Так, 7 уровня получил Савелий, повара. Это замечательно. Так, яблоки 3,6. Ого, 36 тысяч яблок получили. Это здорово. Арина у нас, значит, понятно. Аринушка. Так, и еще у нас друзья прислали нам подарки. Спасибо вам, ребята. Надо будет глянуть, что там у нас в сундучке выпадет. Ну-ка. Ага, ресурсы, ладно. Так, а тут кто у нас? Ивар. Ивар стал взрослым у нас. И он у нас 4-звездочный, ребята. 4 звезды. Это очень хорошо. Так, ну, тут вроде бы у нас все пока нормально. И можем с вами сходить на карту. Вот, как раз появились новые враги. Ну и приступим с вами к разведке. Давайте-ка... А, да, конечно же, надо забить магией. Так, и поставить, естественно, новую. Так, давайте глянем этого Олана. Что он там из себя представляет? 17 тысяч, в принципе, не такой уж он и крупный. Ну, мы с вами еще глянем чего-нибудь. Так, у нас здесь арки. Ну-ка, арки. О, братишка, я тебе рад, что ты мне попался. Так, давайте его разберем помаленьку. Ну, тут у него, конечно же, никаких шансов. Я даже магию применять, наверное, не буду, потому что, ну, он ватный. Всего 2 героя. И, как видите, мы разобрали их. И получаем, опа-на, 40 тысяч золотых. Это самое то, что мне нужно. И у меня уже 200 тысяч накоплено. Просто красота. Так, иди лечись. А теперь бы, ребятушки, надо подумать, что нам построить. Я все-таки хотел жилую комнату, чтобы у нас стало 30 жителей. И я думаю, что, наверное, мы, скорее всего, так и поступим с вами. Хотя здесь еще есть... Ага, есть много чего, но не хватает дерева. Угу. С деревом у нас небольшая проблема. Так, ну я смотрю, за 300 тысяч тут неплохо. 300, 350 и 270. Но, наверное, мы все-таки сделаем с вами жилую комнату. Потому что я все равно скоро уйду. И пускай она строится. Как говорится, я не отдам свои деньги никому. Один день она будет улучшаться. В принципе, для меня это самый оптимальный вариант. Так, казначей до 7 уровня получил. Ну, тут копейки, естественно. Так, что у нас? Савелий, 7 уровня. Так, ты уже у меня можешь носить... Ага, вот этот вот костюмчик. И амулетик тебе нужно. Давайте-ка вот этот. Нет, вот этот вот наденем. Все, красота. Ну и, наверное, его надо отправлять уже на кухню. Ой, на кухню, ну да, на кухню. Пускай готовит. 1580, он только один 1580 в час приносит еды. Неплохо. Так, а ты у меня казначеем стал, да? Казначей 7 уровня.
А ну-ка, давайте-ка, ребята, глянем. Так, четвертый уровень. Третий, четвертый. Ну что же, я думаю, третьего уровня можно, в принципе, раздеть и убрать. И поставить сюда нашего Ивра. Так, повар куда-то там, я не помню, бегает. Так, ты иди учись, а ты иди в казначейство. Замечательно, сейчас мы его оденем, и он будет нам приносить в разы больше денег. Так, Глафирочка. Ну, Глафира на повара там у меня штудирует. Лаборатория, 500 тысяч нужно. Угу. Ну, это мне еще пока не дано все сделать. Слишком много денег требует все это дело. Так, Яков. Все они пока одеты у меня. Так, давай, краса, возвращайся. Так, этого одеваем, естественно. Где наша? Вот. Так, надевай. Так, подожди. Вот. Ага, вот это мы наденем. Ну и, естественно, костюмчик. Вроде бы все. Так, а это... А, нет, это даже будет получше. Давай-ка мы оставим тебе эти щипцы. Так, ну все, в принципе, нормально. С этими делами мы разобрались. Так, еда. 35 тысяч. Это буквально, если по 10 тысяч бой, 3 боя мы с вами сможем сделать. Блин, надо что-то будет с едой, ребята, делать. Или улучшать кухню, или склад. Хотя склад нету смысла улучшать, потому что его постоянно будут грабить. Наверное, будем увеличивать кухню с вами. Так, что тут у нас? Прогресс, сундучок, естественно, забираем. И сейчас мы его посмотрим. Дайте что-нибудь, ребята, хорошее. Дайте, я вас прошу, дайте что-нибудь хорошее. О, костюм повара. Интересно. Так, это 460, это 560. Так, где мои повара? Иди-ка сюда. Так, где тут за 560? Вот этот. На, носи. Как раз тебе по уровню подходит. Замечательно. А остальные ребятушки у меня, по-моему, слабые. И никто не вытянет. Хотя, почему никто не вытянет? Сейчас мы разберемся. Так, ты у нас пойдешь вот сюда. Будешь учиться дальше, чтобы могла носить. Так, Дмитрий. Дмитрий там сидит. Так, что тут у нас? Ага, давайте-ка, наверное, улучшим еще казну. Целый час она будет у нас улучшаться. Тоже неплохо. За 40 давайте сделаем. Так, и еще 30 тысяч нужно, чтобы еще разок проапать ее. А где же мне взять деньги? Только лишь если напасть. Так что давайте, ребята, глянем. Артура, например, этого. Что там у него? Так, ну что, можно, в принципе, его попробовать. Давайте-ка рискнем. Так, два воина, маг и лукарь. Ну, особых проблем я пока не вижу. Тихо, краса, держись, держись, моя родная. Так, ну, даже одну магию сохранил. Замечательно. Все великолепно, получаем 11 тысяч. Еще чуть-чуть, ребята, еще чуть. Что такое, что за звуки? Ага. Понятно, на нас опять напала крыса. Ну что ж, давайте глянем, как они справятся с ней. Достал кошку откуда-то, да? Смотрите, крыса вся плешивая, ободранная. Оп, и сдохла. То бишь, кошара ее победил. Так, ладно. Собираем. Так, давай-ка у меня иди лечись, почему-то у меня подраненная. Так, градусники, что там у тебя? Плюс 3 алмазика, неплохо. Алмазики копятся сами по себе, это замечательно. 141 у нас. Если что, на что-нибудь дохватит. Так, Ивар, иди сюда. Куда ты там побежал-то, я вообще не понимаю. Ну что, краса практически долечилась. Пятый уровень и... Слабоват, конечно. Иди-ка ты, наверное, у меня еще подучись. Так, ну что, в принципе, можно, наверное, ребята, прогуляться и на карту. Так, краса, возвращайся. Ну-ка глянем кого-нибудь еще. Милли. Так, кобальт.
Ну, давайте глянем на кобальда. Магии у нас пока достаточно, а вот с едой, конечно же, опять напряженка. Так, ух, не знаю даже, Милли. Что там у тебя? Ну, можно, в принципе, ее тоже попробовать разобрать. И я думаю, у нас получится это. Так, поехали. Началась заваруха. Началась. Так, все, положили. У-у-у, ребята, да он вообще какой-то вата. Хе-хе. Так, и получаем сколько? Вау, 40 штук. Это здорово, это очень здорово, потому что я смогу сейчас... А что я хотел этот увеличить-то, я не помню. Казну, по-моему, да? Если я не ошибаюсь. Так, хватит у меня? Да, 30 тысяч хватает. Но я, ребята, сделаю быстрым ускорением. Не будем мы с вами ждать 3 часа. Отлично. Так, и следующее у нас нужно 100 тысяч и 25 тысяч дерева. Ясненько. Ну, интересно, если мы с вами сходим на бой и выбьем еще 70 тысяч, то мы сможем, в принципе, за сегодняшний день поставить казну на максимум. Так, а что у нас с арсеналом? 300 тысяч надо, да? И 75. Вот с деревом, конечно, геморрой полный. Где столько объема дерева взять, а? Давайте глянем, что тут у нас. Стаб. Разведочка. Так, магию. Замену. Так, подожди, замену. И, о, даже две. Одну пропустил. Так, и давайте его проверим. Если... Нет, этот слишком сильный для нас. Пропускаем его. И давайте глянем кого-нибудь другого. Например, здесь. Так, Арсен. Арсен. Ну, Арсена, в принципе, можно было бы разобрать. Только единственное, что мне надо собрать свою армию. Они у меня там лечатся, да? Так, возвращайтесь, ребята, обратно. Так, отлично. Лучник, я смотрю, радостный. Полный оптимизма. Это меня радует. Ну что ж, давайте попробуем напасть на Арсена. Поехали. Так, ну что же, должны, ребята, затащить каточку, должны. Две магии у меня, это, опа, отлично. Отлично, просто замечательно, все, не, подождите. А вот теперь уже, да, ребята, можно сказать, мы разбомбили этого Арсена и получаем с него 34 тысячи. Великолепно просто. Так, итого у нас 65 тысяч, мне еще нужно 35. И я смогу улучшить полностью себе казну. Ну, а как вы понимаете, казна — это деньги. А деньги — это все. Практически. Ну, и еще, конечно, у меня вот кухня как идея фикс стоит. Потому что сами прекрасно понимаете, что без еды нет ни боев, ничего. А еды, как видите, у меня мало совсем. 6 тысяч. Так, потенциал 4 звезды. В принципе, неплохой мужичонка. Вот я думаю, что если поставить... Так, ты у меня 3-звездочный, а ты... А ты 4-х. Угу. Так, в ту комнату я поставить не могу, потому что там все строится у нас. Так, здесь сколько вам? Час? Ну, там 2 часа, здесь час. Достаточно долго ждать, конечно, придется все это... Так, давай, краса, лечись у меня. Так, денежку сняли маленько. Ну, тем не менее. Так, а что мы тут можем потом? Столовка и колодец манны. Колодец манны. А нужен ли мне он сейчас? Вот в чем вопрос. Не нужен. Так что... Хотя у меня постоянно магия манна переполнена. 100 тысяч нужно, чтобы... Колодец маны увеличить на 2 уровень. И будет больше вмещаемость. Тоже хорошо, блин. Потому что мана тоже... Блин, да тут все, если подумать, все, ребята, нужно. Чего не коснись, блин. Дерево нужно, мана нужна. Деньги нужны, яблоки нужны. Тут, видите, их все хитро сделано. Тут не получится чего-либо проигнорировать. Так, возвращайся. И, наверное, мы... С вами пойдем на карту сейчас, ребята. Кого бы выбрать-то, а?
9500, даже еды не хватает, а? Ну что за засада, а? Я же говорю, надо, наверное, улучшать все-таки нам кухню. Так. Неужели мне хватит на него напасть? Так. Отлично. Рихтер. Это только разведка у нас, да? Угу, 10 тысяч. Ну, он 17, почти 18 тысяч мощей у него, ребята. Ну, если честно, по моим расчетам, не такой уж он и сильный. Посмотрите. Валили и намного сильнее. Ладно. Блин, где же еды-то взять? Давайте, кулинары там мои, кумекайте как-то над едой. Я не знаю, чтобы мне хватило. Там нужно-то всего 3000 еды. Хотя бы на одну схваточку. И все. Большего я не прошу. Потом уже можно было бы сделать перерыв и встретиться чуть позже. Но, по ходу дела, у меня ничего здесь не выйдет. Так. Нет, ребят, не хочу я, наверное, сейчас ничего переставлять. Пускай пока все так и будет. Хотя вот эту вот казну, интересно. Вот. Там у меня две казны есть. И если я поставлю к ним третью, она присоединится к ним или нет? Или будет отдельно стоять? Если кто знает, пускай отпишется, ребята. Ну ладно, ребятушки, на этом я буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр, и мы с вами увидимся в следующей серии. Там, наверное, будет еще круче, еще веселее. Ну что же, давайте до скорого, не болейте, не скучайте, увидимся. Всем пока, ребят.